Всем здравствуйте! Вот уже скоро полгода, как певица не считала нужным высказываться по поводу происходящего в мире. Но сегодня София Михайловна появилась в публичном пространстве и опубликовала пост. По всей видимости, Ротару намерена разорвать все связи с Россией, где всегда была желанной и любимой исполнительницей. София Михайловна отметила, что является патриотом родной страны и намерена помогать по мере возможности. «Я приехала вместо силы. Здесь родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные морщины напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», подчеркнула артистка, которая сегодня празднует свой юбилей, 75 лет. К посту Ротару выложила фото. На снимке артистка сидит в желтом платье на ступенях у входа в деревенский дом. Отметим, что София Михайловна написала и о том, что праздник в честь своего юбилея устраивать не будет. Вместо этого артистка попросила помощи. «В этот день, вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело», написала она, добавив, что молится о том, чтобы в каждом доме на ее родине звучали песни о любви. Сейчас уже отчетливо ясно, что после такого откровения Ротару не стоит ждать на территории нашей страны. А ведь еще недавно коллеги Софии Михайловны думали, что она обязательно вернется к своему зрителю в столицу. Добавим, что комментарии к посту Ротару посчитала нужным закрыть. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!